Сегодня у меня для вас особое послание. Взгляните на тему «Пошлю ангела, чтобы достичь неспасенных членов семьи». Хочу вам кое-что сказать. Я проповедую около 35 лет. Или округлю 30 лет. Я никогда не смотрел в особом ключе на один стих из Библии, который скоро вам покажу. В один определенный момент я увидел в нем то, что изменило мое понимание. Я получил откровение, которым я с вами хотел бы поделиться. Поэтому оставайтесь со мной в течение всей программы и не забудьте посмотреть то, что я покажу вам после учения. «Пошлю ангела, чтобы достичь неспасенных членов семьи». В 34-м псалме, 5-м стихе написано: «Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их». Давайте немного поговорим про ангелов. Один из ключевых моментов, которые вам нужно понимать, для чего ангелы представлены к людям, имеющим завет с Богом. Когда я говорю про завет с Богом, то имею в виду искупительный завет, заключенный через Господа Иисуса Христа, который мы получаем, когда принимаем Его как своего Господа и Спасителя. А Он прощает наши грехи, и мы начинаем следовать за Ним и входим так называемый Новый Завет, который является искупительным заветом, заветом спасения. Библия говорит, 102 Псалом, 20 стих, «Ангелы Его, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Ангелы, которые повинуются голосу Бога, Божье Слово, это Его Завет. Мы называем это Новый Завет и Ветхий Завет. Кто-то может называть это Старым Обетованием и Новым Обетованием. Мне вообще нравится говорить Первый Завет, то есть Ветхий, и Второй Завет, который является обновленным и написанным в Новом Завете. Итак, Библия — это голос Божьего Слова. Через Божье Слово мы проповедуем и действуем в отношениях с Богом. И мы можем использовать способность, которую Бог позволил ангелам иметь, чтобы служить нам и нашим семьям и помогать нам в защите. А иногда даже в нашей совести, когда мы слушаем голос Господа, который направляет нас. Еще немного поговорим про ангелов и неспасенных. Кто такие неспасенные? Если вы никогда не вступали в отношения завета с Богом устами и сердцем, то у вас нет отношений завета с Господом. Вы можете знать, что есть Бог, можете верить, что Он существует, но Библия говорит, ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Так что просто вера в Бога не приводит к завету. В книге Римлянам 10 главе 10 стихе написано: «Сердцем веруют к праведности», то есть веруют в Христа, «а устами исповедуют ко спасению». То есть это определенный процесс в нашем сердце, разуме и устах, который приводит к соглашению и покаянию, и мы меняем свое направление туда, где Бог позволяет и помогает нам изменить свое поведение. Настоящее покаяние меняет человека до такой степени, что если кто-то во Христе, и если он в том завете, то он становится новым творением. Старое проходит. Библия говорит, что все становится новым. Поэтому, если человек никогда не просил Христа войти в его сердце и в жизнь, то у него нет отношений завета. Да, люди могут время от времени ходить в церковь и совершать определенные религиозные ритуалы. Они могут даже склонить голову, прославлять Бога молитвой, но опять же, как написано в Новом Завете, фарисеи и закон знали, следовали ему, молились на людях, молились в течение дня, постились 2 дня в неделю, и Иисус сказал, что они просто лицемеры, потому что все это ритуал, а не отношения. Завет — это личное отношение с Господом. На каждого, кто идет против завета, Бог может послать ангела, чтобы принести разрушение. Это истина. В Библии упоминаются 4 разных Ирода. Ирод, который убивал младенца в Вифлееме, Ирод, перед которым стоял Иисус, Ирод из книги Деяний 12 главы, в которой написано, что он обезглавил Иакова, и далее в Деяниях речь идет про Ирода, перед которым стоял Павел. Ирод ему сказал, что Павел практически уговорил его стать христианином. 2 Иродов умерли просто ужасной смертью. Я бы сказал, даже 3 из них умерли странной смертью. Один из них умер в Иерихоне.
Махоне от почечной недостаточности черви поглощали его изнутри и были гангрены. Другой, Ирод, из 12 главы книги «Деяний» умер от того, что черви поедали его внутренности. Ангел Божий его поразил, так говорит Библия. Ангел Божий поразил его, он вынес ему смертный приговор, и тот умер в течение 5 дней. Если во все это вдуматься, если все это понять, то вы увидите, что Библия ясно говорит, что ангел Божий может это делать. Я хочу вам здесь показать кое-что. Книга Евреям, 1 глава, 13-14 стих, говорит нам о том, что ангелы будут преследовать или гнаться за грешниками. Я буду подробно про это говорить. Итак, вот какие есть проблемы. Во-первых, без сомнений, каждый из нас, неважно, смотрите ли вы это в интернете или в эфире, но вы знаете, что пытаетесь привести неспасенных членов семьи к Иисусу. Может быть очень и очень сложно. Они игнорируют ваши советы и предупреждения. И мне интересно библейское учение. Они отказываются ходить в церковь. Они не хотят слушать проповеди. Если они чувствуют обличение духа, то пытаются отвергнуть это. Давайте посмотрим на одно место из Писания. Вы его увидите сейчас на своих экранах. Библия говорит: «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих?» Не все ли они суть служебные духи? То есть ангелы, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Это просто невероятный отрывок из Библии. Прочту вам этот же стих в другом переводе. «Кроме того, кому из ангелов он когда-либо говорил, сядь по правую руку от меня, объединяясь со мной в моем мировом достоинстве, пока я не сделаю ваших врагов подножием для ваших ног?» Не посылаются ли ангелы, управляющие духами, служителями на службу, быть помощником Бога тем, кто должен наследовать спасение? Это расширенный перевод. Послушайте, я многие годы читал этот стих и учил тому, что ангелы посылаются на службу святым. Так написано. Я проверил это в каждом переводе, изучил очень внимательно. А написано, что ангелы посланы для тех, кто должен наследовать спасение, но еще не унаследовал. Вот это да! Как ангелы могут служить грешникам? Я покажу вам, как в течение веков ангелы служили грешникам. Давайте разберем это прямо сейчас. Они спасали их жизни от преждевременной смерти в результате автомобильной аварии или в результате авиакатастрофы, или во время войны защищали их от опасности, или от несчастных случаев на охоте, возможно, когда они находились в лесу, спотыкались, падали с уступов и не погибали. Ангелы служили им, принося атмосферу осуждения греха, которая обличала их, давая им возможность покаяться. Также были ситуации, когда ангелы являлись в видениях или снах и предупреждали людей. И это настолько их потрясло, что они в итоге приходили к Богу и каялись. Потому что они знали, они были уверены, что у них будут проблемы, если они этого не сделают. Хочу рассказать вам одну очень интересную историю. Много лет назад, еще до того, как мой сын женился, у него были проблемы с одной серьезной зависимостью. Конечно, я и моя жена Пэм были очень обеспокоены этим, потому что мы понимали, что он загоняет сам себя в серьезную опасность. Не буду вдаваться в подробности, но однажды ночью нам пришлось мчаться в отделение неотложной помощи в местном госпитале. Мы примчались туда и показали его доктору из-за большого количества таблеток, которые он принял. Его сердцебиение просто зашкаливало. Доктор встретил меня, это не было в присутствии сына, он знал меня, так как посещал местную церковь. Он сказал: «Уважаемый Стоун, мы потеряли 18 молодых людей в городе по той же причине». Я спросил: «Что
что вы имеете в виду? Вы их потеряли. Они умерли?» Он подтвердил, что они умерли, их было 18 человек. «Буду с вами честен, я знал, что идет битва за моего сына. Мы молились, мы запрещали, мы сражались под заветом. Мы начали взывать Господу завета, который у нас есть. Мы заботились о бедных и нуждающихся, а Библия говорит, благотворящий бедному дает займы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. И я начал взывать к Богу, чтобы он послал ангела защиты. И чудесным образом наш сын выжил. Сейчас он женат. У меня есть 3 внука. Они живут рядом с нами, прямо по соседству, и я так горжусь им. Он работает в международном центре Омега, в медиасфере. А его дети действительно гении, такие умные. Я всегда говорю, что они такие же умные, как и их отец. У меня есть право так говорить, потому что он мой сын. Ладно, продолжим. Я уверен, что Бог защитил моего сына от опасности. У меня есть еще одна история о неспасенном человеке. Это мой отец Фред Стоун. Позвольте, я расскажу вам эту историю. Она займет немного времени, но вы должны это услышать. У моего отца был сводный брат. Он называл его своим братом. У них были только разные отцы. Отец Моргана, так звали сводного брата, погиб в результате несчастного случая на охоте. И его мать вышла замуж второй раз. Тогда и родился мой отец Уильям Стоун. Морган стал верующим, будучи молодым человеком, в период пробуждения в Западной Вирджинии. Это пробуждение длилось 3,5 года в разных церквях. Они назвали это Великим Возрождением, и через некоторое время отец также обратился к Господу, а позже он был призван проповедовать. Так мой отец стал служителем. Но если бы Морган не пригласил бы его тогда, мой отец не попал бы в церковь и не был бы спасен. Не буду вдаваться в детали, но есть многие люди, у которых есть обида к церкви, и заканчивается все тем, что они уходят. И это самая большая ошибка, которую они совершают. Не уходите из церкви из-за обиды, потому что когда вы предстанете перед Богом, тот человек, обидевший вас, будет отвечать за это. Но если вы уйдете, тогда вы будете отвечать за то, что последовали обиде. Не позвольте этому случиться. В итоге Морган покинул церковь на 40 лет. Мой отец нес это бремя за Моргана. Однажды он молился, увидел автомобиль. Он смотрел на эту машину, которая была на дороге где-то в горах Западной Вирджинии. Это было видение. Это не был сон. Он прямо видел полное цветное видение. И человек в машине был обезглавлен. А второй человек в машине также был мертв. Затем он увидел вспышку и вернулся в реальность. Он воскликнул: «О, нет, это же Морган!» Он кинулся к телефону и пытался дозвониться, но не смог. Он знал, что Морган куда-то уехал, и он всегда брал с собой еще кого-нибудь. Отец сказал матери, чтобы его не беспокоили. Ему нужно идти в церковь и молиться. Он молился в течение часа в муках и в агонии, прося Бога пощадить своего сводного брата от преждевременной смерти или просто от смерти. Он молился час и был очень внимательным, чтобы услышать голос Бога. И Господь говорил ему, вот что он сказал: «Ты просишь меня защитить того, у кого нет завета со мной». Тогда отец подумал, что Морган умрет сегодня. Ведь теперь нет ничего, что может защитить его. И Бог мгновенно на это ему ответил: «Но так как у тебя есть завет со мной, я пошлю твоего ангела». И далее он сказал: «Ты знал и чувствовал его в разные времена своей жизни. Это твой ангел, и я пошлю его, чтобы пощадить брата». Бог поручил ангелу пойти и защитить Моргана. Прошло какое-то время. Не помню точно, но было 3 часа или половина 4-го дня, когда отец наконец-то смог дозвониться до Моргана. Он сказал: «Морган, не говори ни слова, потому что у меня есть что тебе сказать. Сегодня ты мог погибнуть в автомобильной катастрофе, и ты мог быть обезглавлен, потому что в автомобиле было 2 человека, и оба были мертвы. Грузовик врезался в автомобиль. Вот что могло произойти». Морган замолчал и начал плакать. Он сказал моему отцу: «Фред, откуда ты вообще можешь это знать? Мы ехали через горы». Он назвал дорогу, и отец знал, о чем идет речь. Он сказал: «На улице в моем районе напротив меня живет пожилая пара. Они ехали в машине сзади нас. Я решил заехать в маленький ресторан, чтобы купить кока-колу. Мы завернули туда. Я почувствовал, что нужно сделать остановку. Мы зашли туда, и мой товарищ спросил, для чего нужна эта остановка. Из-за напитка? Ну ладно, я тоже возьму бутылочку». То есть они завернули, и та машина проехала вперед. И грузовик врезался в них.
обезглавил женщину. Да, это звучит ужасно, но это реально произошло. А ее супруг, который был за рулем, он тоже погиб. Морган мог быть на месте той женщины, если бы они не завернули. Отец сказал, что он верит, что это ангел Божий сказал Моргану через его разум сделать эту остановку, чтобы защитить его. Вот как Бог может послать ангела, чтобы защитить членов семьи. Есть так много историй, которые я могу рассказать, которые я вспоминаю сейчас. И я должен рассказать вам еще одну историю. Это история Флойда Лехана. Я расскажу вам историю, основанную на рассказе семьи Макдэниелов. Флойд Лехан был пастором много лет назад. Я сокращу историю, не буду рассказывать все подробности. Он был пастором в Алабаме. Флойд был очень чувствительным к Святому Духу. В церковь пришел один человек. Он был байкером, приехал на мотоцикле. Он зашел в церковь, сел на задних рядах. Лехан почувствовал, что кто-то нуждается в покаянии. Он призвал к покаянию. Вы знаете, этот момент, когда в церквях призывают к покаянию, кому-то это нужно. И он почувствовал, что это был тот молодой человек, сидящий в конце. Он сказал: «Бог здесь, тебе нужно покаяться сегодня. Больше не будет такой возможности, только сегодня». Тот человек поднялся и собирался выйти, но не смог открыть дверь. Тогда Лехан начал говорить: «Это тот самый день, когда тебе нужно покаяться». В итоге молодой человек не принял этот зов к покаянию. Он все же открыл дверь, сел на свой мотоцикл и уехал, и в тот же день он разбился. Вот почему важно вовремя признать имя Господа. Макдэниел говорил, что потом церковь рассуждала на эту тему, что ангел Божий заблокировал эту дверь, чтобы этот человек не мог выйти, но он все же это сделал. Несколько лет назад... Ладно, я вернусь к нашей теме, но я пытаюсь рассказать все истории, которые знаю. Вот во что я верю. Дитя Божье обладает властью, как написано в книге Евреям. Вот что вам нужно сделать. Если у вас есть дети, которые не спасены, или другие неспасенные члены семьи, то после просмотра этой программы, после просмотра особенного предложения, которое у меня для вас есть, это очень значимое предложение, которое вы увидите скоро, особенно альбом, это просто невероятно. Вероятно, одна из удивительных вещей, которые я когда-либо видел в книге Откровений. Все же я продолжу свою мысль. Вам нужно взять этот листок бумаги и записать туда имена членов вашей семьи. Возможно, это будет длинный список всех родственников и близких людей из церкви. Но я хотел бы, чтобы вы конкретно записали имена своих детей и близких членов вашей семьи. Вот в чем суть. Это ваши кровные родственники. Вы рождены свыше. У вас есть завет с Богом. Запишите их имена на листке бумаги. Евреям, первая глава. Сверху листка напишите «Евреям, первая глава». Распечатайте этот стих или просто запишите его от руки. В общем, просто поместите его сверху на листке и под ним напишите имена родственников. Если они не живут с вами, то повесьте этот листок на холодильник. Если они живут с вами и вы не хотите этого афишировать, то разместите его, например, на зеркале в личной ванной комнате. И послушайте, каждый день, когда вы подходите к холодильнику, то говорите: «Отец Небесный, я провозглашаю», и читайте этот стих и имена родственников. И каждый раз, когда вы его видите, я абсолютно серьезен. Если бы Бог почтил меня за самое серьезное слово, которое могу я с вами поделиться, то вот оно и есть. То, что я вам сейчас говорю, каждый раз, когда вам на глаза попадается этот листок, не игнорируйте. Это может занять 2-3 минуты, но с верой провозглашайте этот стих. «Бог, я прошу тебя послать ангелов, чтобы достичь их». Самый яркий пример, который я могу вам дать, это Норвилл Хейс. Он был моим другом здесь, в Кливленде, штат Теннесси. У Норвилла Хейса была дочь, которая была настроена против него. Норвилл пытался следовать за Господом, делать его дело. К нему пришел враг и сказал: «Ты приводишь людей к Богу, но даже твоя собственная дочь не хочет слушать тебя. Ей не интересно то, о чем ты говоришь. Ты приводишь людей к Богу, а она умрет потерянной». Врач ему сказал это, но Норвилл был человеком с большой верой. Он сказал, что этого не произойдет. Он провозглашал этот стих. Он просил ангела Божьего прийти. Это история, которую мне рассказала его дочь и друзья их семьи. Его дочь была бунтаркой. Она ходила на различные вечеринки каждую ночь.
ведь ей не было интересно служить Богу. Это факт. Однажды ночью она вернулась и пошла в свою комнату. Было очень поздно, и она начала кричать. Она побежала к отцу. Отец стал спрашивать, что случилось. Она сказала: «Отец, он в моей комнате». Первое, что он подумал, что какой-то человек забрался в ее комнату. Он стал спрашивать, кто в ее комнате. Она сказала, что он большой, высокий, это ангел Божий, он в ее комнате. Она его видела. Тогда Норвилл сказал: «Слава Богу, пришло время, когда он решил появиться». Конечно, когда они вернулись в комнату, его уже не было. Но его дочь плакала. Это было событие, которое открыло ее глаза на Божью силу, истину Евангелия и истину Слова. Она действительно увидела ангела Божьего. Я могу вам кое-что гарантировать. Если у вас есть сын или дочь, или внуки, и они бунтари, то если вдруг они когда-нибудь увидят ангела Божьего, то этого будет более чем достаточно, чтобы усмирить их и привести к Богу. Если им не встречался ангел, то вот что вам нужно сделать. Молитесь Господу и просите Его. Делайте то, что я вам ранее сказал. Вверху напишите стих, а снизу имена и разместите список. Не просто напишите. Если у вас есть рабочий стол в офисе, то разместите его там. Можете сделать это в виде небольшой заметки, но сделайте это и молитесь каждый день. И когда ваши дети будут спасены, а я уверен, что так и будет, потому что я чувствую помазание Духа Божьего, который говорит, что так и будет. Когда ваши дети будут спасены, то свяжитесь с моим офисом и расскажите, что это произошло. Я хочу поделиться парой свидетельств, потому что они приходят от Господа. У вас есть завет, и часть этого завета является заветом спасения. Вы будете спасены, и ваш дом будет спасен.